Всем привет, ребята, с вами я, Андрей Сухин, и, ребята, я в мультиплеере. Ну что ж, сегодня мы покатаемся, доедем до Луги из СПБ. Ну, либо из Питера поедем. Вот. И также, может быть, до Луги доедем, может быть, еще куда-нибудь прокатимся. Вот. Ну и там будет видно, в общем. Покатаемся и посмотрим дальше, куда мы еще сможем попозже также прокатиться. Вот, просто, ребята, да, иногда как бы хочется отдохнуть от ЕТС-ки и вообще от всех игр. Вот. Но иногда бывает скучно, в общем. И хочется покататься, в общем. Хочется. Вот. Да, и я тут немножко поменяла в салоне все. Как вы могли помнить, да, у меня в машине было лобовое стекло, все было в этих в импелах, висюльках, в этих. Вот я, ребята, решил поменьше их сделать, а то как-то уже поднадоела эта куча вымпелов. Вот. А вот решил вот так сделать и покататься. Также у меня еще вот такая, в общем, штука теперь. Немножко не туда поехали. Вот. Ну, тоже немножко поменял я. Вот. Ну и, в общем-то, пока мы едем. Вот. И да, ребята, буквально недавно я заснял Spin Tires. Третий видеоролик. Но я, конечно, не знаю пока что, выйдет он у меня или нет. Потому что надо будет мне очень долго сидеть и данный видосик монтировать потом. И потом я его, конечно, выложу на свой канал. Вот. А так, то пока что у нас будет ЕТС 2. Вот. Покатаемся сегодня. Ну, по идее, не знаю, как там будет. Может,
подольше, может, чуть-чуть покатаюсь я. Вот. Как бы такие дела. В общем. Вот. Так. Круизик я поставил. Ну и поехали. Покатаемся. А вам только подписчики дорогие и моего канала, я вам желаю только приятного просмотра. Так, мы, кажется, не успеем, как я понимаю. Притормаживать нам. Так, зеленый, ну и в общем-то поехали дальше. А, и да, ребята, ставьте, как вам видосик один по поводу тандема, либо двойной сцепки. И да, ставьте, пишите коммент под тем видеороликом, можно ли мне, как я и говорил в том видосе, брать груз на двойной сцепке и кататься или нет, то пишите данный коммент. Вот. Так, но мы уже в луге, как я понял. Ну да. Ну да, ну да. Так. Ладно, ребята, ну а сейчас я ненадолго отключусь и вернусь. Что ж, ребята, в общем, я вернулся. Взял я грузик на Псков. И поехали. Покатаемся. И да, такси, ребята. Я пока что, как вы могли уже видеть, я пока что один все катаюсь. Вот, надо будет как-то, если будет какой-то, может, хороший такой
день. Дядь, может, как-нибудь нам собраться с ребятами и забабахать конвойщик. Как вы думаете и считаете? А то как-то давно уже конвоя на моем канале не было. Вот. Да, все на новых ребят тоже. Пока что на новом времени тоже, может, нету. Да и у меня тоже бывает времени. Не хватает, вот, чтобы так, как раньше мы все вместе собирались и делали конвой и катались, вот, так что надо будет как-то нам забабахать конвой такой хороший и покататься. То как-то один все катаюсь, да скучно как-то. Ладно, ребята, поехали до Пскова, покатаемся. И потом, наверное, буду я на сегодня завершать данный видосик. Что-то, ребята, народу как-то не особо видно тут. Обычно аж много ездила игроков. А то что-то куда-то все подевались вдруг куда-то. Что-то как-то странно это все. Вроде кто-то едет.
Привет, привет. Ну что ж, ребята, в общем, мы в Пскове. Не сделаю ошибку. А то, если вы помните, в каком-то там видеоролике у меня... да, вроде я на Дафи ездил или на чем, то я приехал на одну базу, а мне, оказывается, надо было на другую, а не на ту базу, которой я приехал. Надо будет аккуратно пока что ехать. Да и то я тогда смотрел на одну машину, и то я не мог ее разобрать, как бы понять, то ли пятерка, либо семерка. Вот. Арине. Удачи тебе в дороге. Наверное, он может на другом канале сидит. Просто у меня-то 15-й канал. Так. Ну, в общем-то, ребята, как-то вот так. Ну, а я сейчас ненадолго отключусь и вернусь. В общем, ребята, я вернулся. И приехал я на другую базу. И тут также слева у меня гараж. Нахожусь я вот тут. Вот. Ну и, в общем-то, ребята, если кому-то данный видеоролик мой понравился, то ставим лайк, колокольчик и не забываем подписываться на мой канал. И также, может быть, я постараюсь на какой-нибудь следующей неделе, может быть, либо завтра, либо послезавтра. Вот, пока что не знаю, но выпущу я также и данный Spin Tires на свой канал. Вот. А так, то с вами был, как всегда, я, Андрей Сухин. И всем, ребята, и также подписчики моего канала, всем пока.